Обнаружен неизвестный сигнал. Кто здесь? Какого хрена? Я против такой расстановки силы. Моя-то. Хрен что переключишь. Других режимов нет. Готов один. Подходи давай. Странь такая. Ну вот. Заряд кончился. Так не играю. Ура! Сейчас сдохну. Я так рад. Как-то стрёмно, знаете. Они еще все подняли тревогу. Ни хрена ты деловой. И у всех лопнули головы. Разве это не прелестно? Так, она ту пушку заряд идет. Ни хрена не идет. Мне надо отдельно заряжать. Ну, в принципе, логично. Так, здесь что-то можно вырезать. Ну, наверное, уже без толку. И так уже всех. Только я хотел сказать, что мы всех замочили. И такой нарисовался, хрен сотрешь. Это ножи надавали. Фига ты убежал. Фига ты снайпер. Все. Мы закончили? Кажется, да. Ладненько. Куда же нам? Сюда же нам. А ты что тут делаешь? Ну, уже не важно. Извини, что спросил. Так. А дальше? Дальше темно и страшно. Уже и не темно, но все равно страшно. Уже хочется свалить куда-нибудь на поверхность Луны, например. Погулять там. Есть метательные ножи. Я убил его в ляжку. Ну как-то так. Ножи надо извлекать обязательно. Это их вечная нехватка. Так. Я понимаю, неприятно, наверное. Ну что поделать. Ладненько. Здесь прохода нет. Вот есть документы. Что еще здесь есть интересного? Еще кинжал.
Видимо, нам туда. Это что за дрянь? Здесь никого нет. Так, что здесь? Офицер наверху. Ну, вообще как-то так стрёмненько здесь бродить, доходить. Сейчас поднимут опять тревогу. Начнется катавасия, это вся вон там стоит. Блин. Ну второй-то поймал зачетно. По идее, еще один, да, должен остаться. Это здесь. Он там стоит. Причем смотрит прямо сюда. Метательные еще есть. Так что кинуться. Кинуть еще можно. Есть чем. Далеко-то пошел-то. Уважаемый. Я к вам обращаюсь. Ну все, славненько. Просто отлично. Так. Это кто такой? Какой мрачный чувачело. Блин, всего по максимуму, так даже не интересно. Так, текущая задача. В чем у нас? За жилым отсеком у шлюза хранится. Как туда, блин, пройти? Тут у меня, ребят, я где-то ножи оставлял. Вот они, спасибо. Лестница. Ну и воспользоваться не придется, наверное. Так, и сюда нам тоже не надо, оказывается. Тогда проход где-то должен быть все-таки. Все-таки где-то здесь, наверное. Мы всех уничтожили, все погибли, и вот он проход. Текс. Как нельзя. Что здесь можно? Скоммуниздить. Документы? Фрагменты кода. Че, никого? Блин, стрёмно сюда лезть по этим трубам. А вдруг пожар? Или еще какие-нибудь... Я не знаю тут, как у них эта космическая станция на Луне устроена. Залезешь не в ту дырку и все, каюк. Ну
какой лавкач, Биджей, какой лавкач. Так, судя по указателю, нам как раз таки сюда. Прогулка по Луне с ножом за пазухой. Главное не улететь куда-нибудь. А чё я не прыгаю-то? А если я подпрыгну, я улечу? Нет, я не улетел. Прикольно. Я даже ускоряться смогу. Какая прелесть. А это что за хрень? А вы что, будете на меня нападать? Походу будут. Может, не надо? Я свой. Моим похер. Ой, ё-моё. Отстань. Бам-бам-бам-бам. Я вот так вот убегу от вас. Спокойно. А это что? Какие-то запчасти. Блин, что, прыгать что ли? Я боюсь. Давай, давай, давай. Еее, перепрыгнул. И все что ли? Это вся прогулка по Луне была. Я думал, дадут больше насладиться. Пока есть возможность, надо набирать. Ну ладно. Это было даже весело, наверное. Дальше. Тут что-то тоже есть. Скальпель. Ай-яй-яй. Приятного аппетита. Да уж. И тут же нас встречают ребята. Где-то здесь неподалеку. Блин, здоровый. Как бы их так нейтрализовать? Большого страшного. Я убил тебя в плечо. Смирись. Ладно, он не пойдет проверять. Он же не придурок. А нам куда? Обойдем его. Пожертвуя одним ножом, я согласен. Не хочу я сталкиваться с этой тварью. Итак, патроны тут кончаются очень быстро. Заряжать неудобно. И так далее, и тому подобное.
Класс. А, ты бронированный. Мы так не договаривались. Не смейте поднимать тревогу. Совсем не смейте. Что ты говоришь? Вот, блин, и все. Нет? Ты откуда высрался-то? Такой красивый, хрен тебя сотрешь. Приехал на лифте к нам. Диверсия не удалась. Но мы их неплохо раскидали. Только не надо меня окружать, ладно? Блин, палево. Я сам себя спалил. И нет мне прощения. Бум-бум-бум-бум. Ой, боже мой, давай ты сдохнешь уже. Потому что выкинул ножик. Что ты делаешь? Допустим. Собачка. Песик. Не люблю круговую систему. То, что могут... Потому что могут со спины обойти. Вот и патроны кончаются. Тут главное ни одного зарядного устройства. Помяни черт, а вот и он. Очень даже хочется здесь бегать под такую музыку устрашающую. Так, и чё, куда нам? Навзад. Навзад и, блин, почти противоположная сторона получается. Правильно я понимаю? Так, ладно, бежим сюда. Спускаемся. Вот туда нам надо. Здесь нас как раз таки встречают. Don't understood him. Ты откуда нарисовался-то такой? Красивый, прекрасивый. А вот они, документы. А дальше? Дальше, я полагаю, сюда нам. Класс. Так, закрыто. Еще там новое поколение охранных систем, да, и что-то мы должны там замутить хитрое, наверное. Иначе ничего не получится. А солдат-то есть? Может, я зря крадусь-то? Когда они появятся, будет поздно уже, да? Надо найти уже. Уже пора бы уже давно найти. Так получилось. Сейчас я папку заберу. По-моему, что-то никого нет.
Так, это не та папка. Но тут они определенно должны быть. Вот папка. И еще где-то папка. А тут мало того, папка, тут кнопка. Давайте замыкать. Пиу, пиу. Опа, все. Все, что ли? Не густо, не густо. Ну ладно. Printing decryption keys now. You've done it, Blaskovich. Now get your butt back to Earth, please, William. Легко сказать. Скапайтесь. Правильно, лучше так. Ладушки. Я надеюсь, наш путь на свободу будет короче, чем сюда. Но опять же, мне остается только надеяться. Ну, вот они, голубчики. Работаем по моей любимой схеме. Кинул, плюнул, убежал. Так, дальше что? Здесь меня не выпустят? Я могу прислонить его морду к терминалу и пускай меня откроют. Не, ну я сюда же не просто так залез, правильно? А, вот. А, намекает нам как бы... Чувак, ты дебил. Уже вспомни про резак и да научись резать. Другое дело. Блин, а вот это уже хуже. Ну, допустим. Ёп. Ты как-то неожиданно прям такой. У тебя бронированная голова. Все, закончили. Кажется, закончили. Спасибо. Так, надеюсь, сюда. Кажется, да. Парень, извини. Так, спускаемся. Да-да. Зефальный фальстуф. Опять бронированный. Быстро. Понравилось мне. Я думаю, не удастся его, да? Придется его так гасить. Смотрите, он колбасится, так, но умирать не хочет. Не торопится абсолютно. О, парень, тебя я не заметил, прости. Блин, из-за тебя он выбросил нож даже. Все, мы уже валим отсюда. Я надеюсь. Присели и не спеша на выход. Я. Красота. Знаете, какие виды. Опс. Это уже плохо. Я не встаю с кресла. Вы заметили? Какая выдержка. Так, ну, давайте продолжим следующую часть.